Ez itt a GFF Team. Kezdjünk is neki. Sajnos a Redux Editionnek van egy olyan hátránya, hogy undorítóan kenyény a gépigénye. Az eredeti játéknak abszolút szinte semmi nem volt, egy tök egyszerű játék volt. Azért ez videózás szempontjából úgy észrevehető, hogy azért ez ugye egy kicsit merész dolog. Tehát, hogy azért nem kevés memória van a gépben, nem egy rossz processzorral, egy egész jó videókártya, ami pörög, mint a centrifuga is. Hát köszi. Tehát... túlélőt fogok vinni közepesben. Elindítottam a játékot tesztelés szempontjából, semmi más, eskü. A Redux Edition totál kimaradt az életemből. Мы с мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Ezeket el fogom nyomkodni, amint végigér. Думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Ezt hozzá kell tenni, hogy ez le van húzva most ez a grafika, mint láttátok. Nem emlékszem, hogy milyen motorral működik, de úgy tudom kivenni, hogy elég baszó motorral. Akinek nem tűnt volna fel, igen, oroszul beszélgetnek, így állítottam be. Kicsit úgy maradjunk az eredetinél. És a játék eleve nem magyar. Tehát az már külön lett. Egyébként elnézést, hogy le vagyok egy kicsit merülve, éjszakás műszak után ültem neki. Ez mi? Ó, egy kis plusz. Plusz cucc. Nem tudom, mit szedtem össze. Azt hiszem gázmaszkot talán, vagy... Ó, a feeling. Mindjárt jobban néz ki. No, все, давай наверх. Oké. Menjünk. Так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты должен протянуть. У, да там фегверем вам мес. Фюле. Отсюда до башни два шага. Аз от мичуда. Kukucs! Nincs sok töltényem. Udatom! Uda baszó a fegyver! Au! Au! Oké, tudom, hogy nagyon pocsékolom, de... Elfogytak? Úgy tűnik. Ez jó hangos volt. Вот она, наша цель.
Вау! Медик на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Угу. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимем. Hát mi van, ember? Rögtön azzal kezdesz, hogy elgázolsz. Nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Hú, bazd meg, milyen horda jön. Könyvtár. Ó. Húha! Itt jönnek mindenhonnan. De még amonnan is. Ajaj. Ajaj. Autofamo. Á, jó van ez. 30 másodperc után meg. Рарантотта. Метро, это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Aki szeretné, leállítja. Ne haragudjatok, nem húzom ezzel az időt. Ú, az akusztikus gitár. Ez nem a... Ez a Big Ben? Нам вы тистабан с яйка. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Гондоломе его это навелю панк. Юй. Дятеки кичит бламая магат. Ott a Metro 2034-es könyv. Hozzáteszem, nem így néz ki a könyv. Jaj, hogy a rádió. Jó. A játék egyébként rohadtul interaktív. Nagyon-nagyon sok mindent lehet benne csinálni. Egyébként a 90%-a totál fölösleges. Дерьмо, свиньи и витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что же хотим сделать черными? Найти и уничтожить. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Иудосепе зачап. Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Раз и что бунку. Давай послушаем Хантера. Сереженька, моего никто не видел. Сережа! Привет, Артем. Успокойся. Все я. Ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все, Хатас газ. Мам, а мам? Пойдем, Артем, пойдем. Леша, боже ты мой. Что же делать теперь?
Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Посторонним что нельзя. Что с Алексеем, вы знаете? Петр. Отвали от него. Не видишь, он ранен. А, извините, не узнал. У меня есть кёбунку. Мирятok itt? Már maradtátok, ez volt a jelszó. Szia! Lekapcsolom a lámpádat. Elveszem a füzeted. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Na szoszi, ennek itt szinte semmi baja. Na jó, egy fene alszunk inkább. Na mi van? Szarul vagy, vaze? Mit csináltál te ide? Fúj! Nézz oda! Gyerekek, azért, hát igen. Ó! Jót érzel, mi? Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Да его резаки. Тавас. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. У меня раз то, что цей воннок. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Тебя. Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и о этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Как сам цепь? Это не просто мутанты. А собачак собор. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Это мондо тут мекатанулом. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Только этого не хватало. Окей, мегвана бейарат. Гондолом им. Бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Окей, гепфегвер. Я капнул один минущий пистолет. Да я унаком. Где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Уж велед? Вот, а я сам лоб. Itt most hallgatózni is kell. Halljál már meg! Hát mi van ezzel a pisztollyal? Mit táncolsz itt nekem? Hú, azért. Nem egy komoly ellenfél. Aha, van dash. Társalőni, mert amint célzok, azonnal elveszünk. Обычная туннельная нечисть.
Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу не потрошили. Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! На, басой. Ай-яй. Abba baj lesz. Tesó, ebbe baj lesz. Ja nem, az More, ebbe baj lesz. Hú, geci. Várj, az ott debia volt. Ilyed, debia. Известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Mindenkit kiírtunk. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завернулся. Ирай Регаба. Фу, гостинка Бирдла. Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Забудь. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово. Вот стоц перевертоться, кушай этот компот. Вот стоц перевертоться и мечтать снова. Вот стоц. Hát ezt, ha leírod, egész jó lenne, de... Új, itt a 2033, és nem csak a 2034. Nem blamálja magát a játék kicsit se. Egyébként meg kell jegyeznem, nem így néz ki a könyv eredetileg. Az is megvan. Feljegyzés. Otthonunk megúvása feketéktől, igen. Igen. Hát, igen. Hát akkor erre nem megy. Ez kicsit nehézkes, hogy jelzi ki, hogy merek-e szaladnom. Bal klik ilyen flashlight, jobb klik meg a... Lényeg. És ilyenkor... Ó, ilyenkor sötétben is látom a... Aha. De minek a térkép? Hát ennél nagyobb nyilak, nézd meg még oda is, hogy... Szaladj erre! Csak nincs aláírva. Menj Jason-es maszkót azon a gyereken! А фатью. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Так, универсальная зарядка. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде. Газалац. Медигиоем. Мили на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все хоккей. Окей, okay, спасибо.
Na nézzük, arra jöttem. Erre ajtó. Egyszerű, mert egyébként rohadtul zárt, de nem úgy tűnik. Hogy nézzük, ilyen fejjel. Milyen fejed van már? Jó, van, na jövök. Csá! Да. Готов? Тогда двинули. Если такую штуку не изобрел, точно бы свернулся и повесился. Представь. Annak ellenére, hogy ugye csak a metróban tudnak túlélni. Egész fejlettek. Ты, Артём, садись сюда. Ой, я на перкеп. Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, на зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. Miért, hova nézel? Miért azt nézed? Miért nem rám nézel? Haverod legalább rám nézett. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с лишней. Hát igen. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да, ближайший базар на следующей станции Зарийской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Фу, это один легкимонтататланов на вез... Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Мирвенен бузишонгут. Это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Камень. Gondolom okkal nem tetszett neki. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Nem tetszik, hogy elő kellett venni a fegyvert. 34 töltény összesen? Ez nem sok. Még ennyi pisztoly. Felét kiszórtuk a földre. Az ott mi volt? Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. Ми будет из-за язык. С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Азот ми чудо? Кто со мной? Ярогек. Itt van vadász. Сюда.
Várj, akkor mi most meghalt? Ú, de milyen pontossággal lő, hát itt nem csodálom, hogy meghalt. Ennyi? Ez kemény. Hangot le, hangot le. Bocsi. Erre a részre emlékeztem. Így kell pontosan lőni. Ennyi. Fucked. Egy mínusz. Hú, de furán rúgott a szív. Csúnyán mellé ütött. Nem tetszik ez a hang. Ébresztő, hülye gyerek. Kelje már fő, hajtsá, bazd meg. Hülye vagy, gurulunk, baszod. Hú, de hogy megy a kerék? Hát mi ez? Rendesen kaparunk, bazd meg. Szevasz! Aha! Úgy teljesítmény, a tank! Azaz, bele a szájába, hova máshova! Azaz! Oké. Ezen nem újjék a dolog. Miért érzem azt, hogy... Az igen, jó klikkel, két lövés, instant kill. Oké. Jó, van, na hajtsa, hülye gyerek, ne ordibáljál. Megvagy. Oké. Aszti. Au. Ez jó nagy esés volt. Hú, futi, futi. Majd kezdj magaddal. Ha elbújt. Húha. Húha. Ott az állomás. A de jó, hogy ezt még azért megcsináltad. Gyerünk. Menj sok golyó. Az igen. Ennyi, három fegyver van nálunk. Bejutottunk. Fú. Azt a kurva. На моём пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Hát, ezzel a kellemes andalító zenével búcsúzom mára így metró gyanánt mindenkitől. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ha megnéztetek. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, valamint ha szeretnétek, hogy folytassam, iratkozzatok fel. Fú, lesz mit kihozni ebből a játékból, szerintem kurva jó lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!